всем привет. У нас тут созрело несколько ответов на вопросы о работе, да? Все постоянно очень актуальный вопрос, потому что люди каждый раз говорят, что мой переезд зависит именно от работы. И вот в последнее время несколько человек написало мне вот в личку, они железнодорожники, они зависят именно от работы на железной дороге, не планируют ее менять, планируют здесь работать в этой же сфере. И вот один из них написал, что не могу, как бы вот издалека не могу прощупать информацию о вакансиях. Вот. И я, конечно, тоже не могу пойти там в ЖД вокзал, да, поговорить с начальником вокзала или там пойти в отдел кадров. Вот. Но просто несколько вам дам советов, таких несколько сайтов, так скажем, именно для железнодорожников. Во-первых, сайт РЖД, да, ну понятное дело, там есть раздел карьеры или вакансии, что-то в этом роде. Вы туда заходите, заполняете там свои заявки, может быть, там прям вакансий нет, но вы заявку можете отправить, и ее будут рассматривать, да, оставить свои контакты. Во-вторых, есть сайт, называется, сейчас я скажу, не сайт, а пассажирская пригородная компания «Северкавказская», которая занимается пассажирскими пригородными перевозками по Краснодарскому краю. У них тоже есть свой сайт «Северкавказская пригородная пассажирская компания». Там тоже есть раздел вакансий. Я просто не знаю, кто где на железной дороге работает, да, там с пассажирами или в каких-то грузовых отделах, но там тоже можно поискать информацию. И есть еще компания, которая называется «Кубань-экспресс-пригород». Вот там тоже, у них тоже есть свой сайт, и там тоже есть вакансии, поэтому там тоже можно посмотреть. Вот. И также еще по работе хотела сказать, что можно же обратиться в Центр занятости населения, да? У них тоже есть свой сайт, называется он от слова «Кубань занятость», да, он называется «Кубзан». Там тоже очень много вакансий, там даже указаны зарплаты. Единственное, там нет контактов работодателя, естественно, да, вам их никто не даст, только при непосредственном обращении уже вот в Центр занятости. Но в Центр занятости, если вы обращаетесь, если у вас просто есть регистрация местная, то вы можете обратиться, написав туда заявление, чтобы вам предоставили вакансии по вашему образованию, по вашим запросам. Вы пишете заявление, они вам предоставляют. А если вы хотите встать туда на учет, как безработный, да, то есть чтобы у вас шел стаж, чтобы у вас были выплаты вот эти, которые там положены, пока вы не найдете работу, да, это можно осуществить только с постоянной пропиской. По временной регистрации такого они не делают. Вот, поэтому если кому-то прям вот такое актуально, то только нужна постоянная прописка. Вот. Это такие краткие тезисы, да, по поводу вот железной дороги, то, что я тут вот несколько просто натыкалась. Несколько раз писали в последнее время в личку именно вот тех, кто работает на железной дороге. А с аэропортом, наверное, то же самое, нет? Ну, аэропорт, у него тоже есть свой сайт, да, там тоже есть раздел вакансий, можете отправлять заявки, и также еще вот официальные сайты о работе, там раздел в Авито есть, да, потом еще там пару сайтов, не помню, как они называются, там тоже есть вакансии, можете смотреть, можете отправлять свои заявки, вот, и ждать, как бы, да, анализировать там, что, какие там зарплаты предлагают, вот, но это вот то, что по железной дороге я, как бы, знаю, да, и то, что я могу, вот, сказать. Информацию для вас предоставить. Да, вот какая у меня есть информация, я больше, к сожалению, конечно же, я ни на вокзал, ни куда-то я в какие-то конторы уже пойти не могу, в любом случае, да. То есть вся информация о вакансиях у них есть либо на их сайтах, либо на сайте Центра занятости. Вот. А уж если какие-то вакансии, которые они не выкладывают, ну, естественно, это уже при личной встрече именно вот работодателя, да, и тот, кто ищет работу. У нас, кстати, на нашем канале не первый раз мы ввели так, ну, не то что рубрику, но такие вот видео тематические, именно связанные с работой. И черпали еще информацию
где у нас? В WhatsApp. В WhatsApp у нас есть группа, да, где там на работу требуется. Но это уже не относится к железной дороге, естественно, да. Мы будем иногда тоже прочитывать такие предложения. Ну, они разнопрофильного, да, то есть. И напишите, кстати, в комментариях, полезная это для вас будет информация. Вот. Ну, имейте в виду, в общем, вот как искать работу. Будем продолжать вам такие видео интересные для вас делать. Посмотрите, у нас сегодня погода классная, но прохладненько, 7 градусов всего. Вот, надеюсь, у вас тоже прекрасная погода. Подписывайтесь на канал. Всем пока.